На вітання, шановні телеглядачі. Традиційно цієї години з цієї студії виходить програма «Здоровий інтерес». Я ведуча Ольга Мудрова, дуже рада вас вітати. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі, вона не випадкова. А саме, хронічні захворювання під час COVID. Що з цим робити, як себе вести, куди бігти, з якими питаннями звертатися до свого лікаря. Ми з цими всіма питаннями сьогодні звернемось до гостя, який завітав до нас в студії. За це ми йому дуже вдячні. Сьогодні в нашій студії лікар-терапевт вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини номер 2 Одеського національного медичного університету Микола Перепілюк. Доброго вечора, пане Миколе. Добрий вечір. Дякую за те, що завітали. Ми з вами вже зустрічалися декілька місяців тому і говорили на тему просто хронічні захворювання. Що це таке? Як себе поводитись, коли вони загострюються? Яка терапія? І все, що з цим пов'язане. Тема сьогоднішньої зустрічі, вона така ж сама, але ми додали ще декілька слів під час пандемії COVID. Про це трохи пізніше. А зараз давайте нагадаємо нашим глядачам, що саме ми маємо на увазі, коли кажемо хронічні захворювання. Може, хтось і не знає, що у них такі є. Хронічні захворювання – це те, що не вилічується, а те, з чим чоловік живе роки і десятиліття. Для прикладу, якщо простуда – це те, що вилічується за неділю, то, наприклад, хроническое обструктивное заболевание легких, то, что раньше называли хроническим бронхитом, или сахарный диабет, или артериальная гипертензия. Это заболевания, которые, возникнув однажды, сопровождают человека всю последующую жизнь. И многие из них, ну, пожалуй, большинство, на сегодняшний день радикального излечения не имеют. И цель современной медицины – контролировать заболевание для того, чтобы они не мешали человеку в повседневной жизни, чтобы, будучи носителем хронического или хронических заболеваний, он чувствовал себя здоровым, если это заболевание контролируется. В одном случае образом жизни, в другом случае изменением или, скажем так, характером питания. Коррекцией. Да, в третьем случае медикаментозным лечением. Чаще всего современная доказательная медицина 21 века оперирует все-таки понятием медикаментозный контроль хронических заболеваний на протяжении длительного времени. Наскільки пацієнти, у яких є ці хронічні захворювання, притримуються контролю своїх захворювань та своєчасно звертаються до лікаря на вашій практиці? Наскільки є, який відсоток відповідальних пацієнтів, які ось так відповідно до себе ставляться? Знаєте, статистика... Або коли тільки півень. Да. Когда жареный петух в клюне. Да. По-разному. Статистика, она всегда оперирует большими массивами данных, большими популяционными исследованиями. А мы же говорим о том, что конкретный человек, который приходит к тебе на прием, которому ты что-то советуешь, он либо знает, что у него есть хроническое заболевание. Вообще существует такое понятие. Часть людей знает, что у них есть хроническое заболевание. Часть знает из этой части, что их надо лечить, часть придерживается рекомендаций. Вообще, применительно к разным, например, сердечно-сосудистым заболеваниям, те, которые знают, что есть заболевание, знают, что его надо контролировать, да и контролируют сообразно тому, что посоветовал врач, ну, 10-15%. Есть более ответственные пациенты, есть более ответственные популяции, более ответственные страны, в которых люди более ответственно относятся к собственному здоровью, но абсолютизировать какую-то цифру не стоит еще по какой причине. Хроническое заболевание хроническому заболеванию рознь. Есть болезни, которые даже при таком полунаплевательском отношении к ним, не совсем наплевательском отношении, ведут себя достаточно доброкачественно на протяжении многих лет. Скромно, сидят себе. Да, да, вот пока горячий вернее, жареный петух не клюнет. Есть болезни, которые, если не начать ими заниматься прямо сейчас, ну, например, впервые возникший сахарный диабет, если не начать им заниматься в момент, когда он был выявлен, то через несколько лет будут последствия. Це буде важко. Да, не через несколько дней. Хронические заболевания, там счет идет на месяцы и годы. Просто один год
И 10 лет – это большая разница. Некоторые хронические заболевания позволяют к ним относиться облегченно на протяжении десятилетий, некоторые не прощают и года двух неуважительного к себе отношения. Ставлення. Так, так, ви вірно це кажете, і я сподіваюся, що наші телеглядачі, які приєднали сьогодні до нашого прямого ефіру, зможуть також і зателефонувати сьогодні. 737-7310. Під час нашого ефіру працює ця телефонна лінія, щоб поспілкуватися з нашим гостем. А хто не телефонує, уважно прислухайтесь, будь ласка, до порад, які сьогодні надає наш гість. Пане Миколаю, скажіть, будь ласка, а чим ці хронічні захворювання, як то кажуть, коварні під час тієї ситуації, яку зараз переживає світ, в якої ми знаходимось, а саме під час пандемії COVID, яка панує сьогодні на планеті? COVID пред'являє к організму чоловіка, в якому ця інфекція розвивається. В одному випадку все закінчується катаральними явлениями по типу ринофарингіта. В самом тяжелом случае это субтотальная пневмония с тяжелой легочной недостаточностью и необходимостью кислородной поддержки. При любом варианте течения организм, ну возьмем в кавычки, отвлекается на то, чтобы справиться с этой болезнью. А если у данного человека есть несколько хронических болезней, которые его организм как-то попытался ранжировать, да, с каждой из них, условно говоря, договориться. Потому что на самом деле человека лечит он сам, медицина только помогает. И когда мы назначаем какие-то медикаменты, они помогают человеческому организму, скажем так, скомпенсировать или уравновесить болезнь по отношению к нему самому, к больному организму. И таким образом, позволяя человеку с хроническими болезнями чувствовать себя, если не почти здоровым, то во всяком случае деятельным, энергичным. Когда человек заболевает каким-то острым заболеванием, вариант COVID, любой вариант течения, резервов для борьбы с этим заболеванием... Хроничным, так? Нет, COVID – это COVID, острое заболевание. Так. Резервов для борьбы с этим заболеванием может оказаться недостаточно. И если хроническое заболевание, например, сахарный диабет, некомпенсированный сахарный диабет, кроме того, что это нарушенный гомеостаз, то есть внутренняя среда организма, и, соответственно, разные органы и системы работают, ну, не на 100%. Грубо говоря, если машина, которая нуждается в 95-м бензине, заправлена 76-м, вот она плохо будет ехать. И, кроме всего прочего, то, что организм хуже будет сопротивляться острому возникшему заболеванию, тут еще есть один такой момент. COVID опасен не только сам по себе, как вирусная инфекция, а тем, что достаточно часто присоединяется бактериальная инфекция, и пневмония изначально вирусная, дальше становится вирусно-бактериальной, существенно утяжеляется течение, требуется назначение антибактериальных средств и других сопутствующих препаратов, которые влияют на коагуляцию крови, которые уменьшают так называемый цитокиновый шторм, то есть выраженное воспаление системного уровня. Так вот, при соединении бактериальной инфекции на уровне, вернее, в организм человека, у которого есть некомпенсированный диабет, приводит к тому, что эта инфекция сладкой кровью питается охотнее и развивается быстрее, просто в декілька разів. Да, в несколько раз быстрее, в арифметической прогрессии. То есть тут не только ослабление организма некомпенсированным заболеванием, но еще и дополнительная, скажем так, питательная среда для развития бактериальной инфекции. Ну, как пример. Так, це ви дуже наглядно це намалювали зараз для наших телеглядачів. І тоді скажіть, будь ласка, чи треба зараз, почувши саме нашу сьогоднішню програму, інформацію, яку ми надаємо, люди, у яких є на сьогодні, які знають, скажімо так, про свої хронічні захворювання, і ну, піти до свого сімейного лікаря і здати ті аналізи, які вони ну, планово собі здають раз на рік, але не в цьому місяці, а в наступних або чи ж півроку, щоб тримати під контролем ті захворювання, які є, щоб не дати тієї середи для питання цього віруса, який, не дай Боже, десь поряд з ними пройде? Ну,
взять и пойти к врачу и сдать анализы, на самом деле... Внепланово. Создаст хаос. Сейчас система здравоохранения перегружена как раз острыми случаями. Тут скорее рекомендация так, другая. Так. На самом деле, большинство пациентов о своих хронических заболеваниях знают. Так. И относятся к этому по принципу, а само пройдет, а само рассосется. Иногда некоторые хронические заболевания, леченные, например, гипертензия, артериальная гипертензия. Пациенту назначены препараты, он их принимает, чувствует себя хорошо. И в какой-то момент, естественно, человеческое желание. Зачем дальше пить таблетки? Я и так себя чувствую хорошо. Иногда прекращение приема препаратов, которые контролируют артериальную гипертензию, приводит к тому, что субъективно пациент не ощущает симптомы в этой болезни. Затылок не пульсирует, виски не пульсируют, ощущение мушек перед глазами не возникает. Ну, разве что померяет давление раз в какой-то момент. Так, да. Да. И потом еще вспомнить, что вот бабушка рассказывала, у меня рабочее давление было 160 на 100, и это нормально. Понятие рабочее давление сейчас в гипертензиологии, в науке о повышенном давлении уже не существует энное количество десятилетий. Ну и что повышенное давление? Я-то себя чувствую нормально. В ряде случаев не надо внепланово сдавать анализы. В ряде случаев не надо... активно начинать выявлять, в большинстве случаев то, что известно, надо повернуться лицом к той хронической болезни, которая есть, и вспомнить или почитать те рекомендации, которые были сделаны раньше, иногда просто вернуться к тому, что было рекомендовано раньше. Например, хотя бы на уровне образа жизни, то есть если есть избыточный вес, если есть ожирение, то... меньше сладкого или вообще менее калорийная пища, чуть больше движения, разумеется, с соблюдением социальной дистанции. Это уже настройка организма на более здоровый лад при существующем ожирении как хроническом заболевании. При наличии артериальной гипертензии иногда не надо пересдавать все анализы. Иногда достаточно визита к семейному врачу или телефонной связи с семейным врачом, который поднимет вашу документацию в электронном виде у себя в центре первичной амбулаторной помощи, или вы ему продемонстрируете эту документацию посредством средств коммуникации современных, и врач просто подтвердит те назначения, которые были сделаны несколько месяцев назад, особенно с учетом вашей информации о состоянии своего артериального давления, своего сахара крови, своей глюкозы крови. Иногда... Цього вистачає. Іноді этого достаточно, да. Так, дякую за пораду. І наступне запитання буде тоді такого характеру. Ось, наприклад, беремо приклад. Ну так трапилось, що людина, у якої є хронічні захворювання, перехворіла на ковід. Ну, так, так буває, так часто сьогодні. В чому особливість та чим відрізняються наслідки від хронічних захворювань під час коронавірусу? Як людина, як ці хронічні захворювання після коронавірусу зможуть реагувати на стан організму? Як він буде відновлюватись? І з чим ще людина може зіштовхнутися після вже цього захворювання, скажімо так? Чем оно відрізняється? Существующий объем знаний о коронавирусной инфекции на сегодняшний момент позволяет, если не утверждать, то, во всяком случае, достаточно настойчиво проводить в жизнь идею, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, если это была не тяжелая форма, мало чем отличается от здорового. Если это была тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью, потребовавшая лечение в отделении интенсивной терапии, то, как правило, это закончится образованием пневмофиброза. То есть, грубо говоря, рубцов в легких, в тех местах, где была пневмония, где было воспаление в участке воспаления в легких. И, соответственно, часть легких заместится соединительной тканью, которая не будет выполнять дыхательной функции. Соответственно, человек, чем больше пневмония, чем больше пневмофиброз, тем больше человек инвалид в том смысле, что его легкие не позволяют снабжать тело кислородом так, как это было раньше. Если человек переболевает коронавирусной инфекцией в легкой или средней тяжелой форме, с декомпенсацией хронических заболеваний, которые надо было бы компенсировать или надо компенсировать в процессе лечения коронавирусной инфекции, то факт выздоровления, клинического выздоровления, подтвержденного лабораторного выздоровления, в
конечном итоге возвращает человека в исходное состояние. То есть он остается со своими хроническими болезнями. И продолжает уже. Да, и естественно, при любых превходящих новых острых заболеваниях, это может быть обычный грипп, это может быть при хронических заболеваниях, это может быть повышенная метеочувствительность и реакция, предположим, на магнитные бури, то есть вспышки на солнце плюс изменение атмосферного давления. Человек при своих хронических заболеваниях становится или остается подверженным острым воздействием как болезненного характера, инфекционного характера, так и воздействием внешней среды. Как было, так и залишается. Совершенно верно. И в конечном итоге некомпенсированные хронические заболевания – это большая уязвимость к различным превходящим факторам, чем если эти хронические заболевания контролируются образом жизни, характером питания, медикаментозно. Каждая по-своему. В конечном итоге человек, у которого может быть там, 3 или 4 хронических болезней, они контролируются все, например, медикаментозно, внешне ничем не отличается от здорового человека. И на самом деле, если он чем-то еще и заболеет, предположим, там, гриппом, то переболеет он им почти как здоровый человек. Поэтому тут смысл в чем? Не отрицание болезни как таковой, а отрицание своего... отношения, восприятия. Своего цивилизованного сожительства или соотношения с этой болезнью. Чудова фраза, і це треба запам'ятати саме тим, хто сьогодні не признає, відмовляється, і він не ті люди, хто не рахують те, що це захворювання, про те, яке ми сьогодні кажемо, воно існує. Це, на жаль, є така категорія людей, які не признають, що захворювання таке, як коронавірус, сьогодні існує. Це хочеться, щоб почули нас, ті, хто саме так розмірковують. Ви стикались в своїй практиці, ваші колеги, останнім часом, чи збільшується кількість звернень до вас щодо профілактичних оглядів, пане Миколаю, щоб себе підтримати в цей осінньо-зимовий період? І що ви нам зможете порадити щодо щеплень від грипу, штам, який пропонують щеплення, та пневмонії також є щеплення, що пропонують сімейні лікарі. Є якась порада або це тільки бажання кожного? Ну, вначале, как себя обезопасить? То есть профилактических мероприятий, которые позволят, например, чем мне повысить иммунитет? Патогенез инфекции COVID на сегодняшний день таков, что иногда в попытке усилить иммунитет можно спровоцировать у себя чрезмерную реакцию на этот вирус и спровоцировать у себя более тяжелое течение. Поэтому иногда не надо усиливать. Не надо усиливать. Иногда желательно вот эта золотая середина. Золотая середина здоровый образ жизни, который, собственно, и не треба вести щодня. Совершенно верно. И касательно каких-то профилактических мероприятий, есть данные относительно приема витамина D, который несколько повышает резистентность. Что касается всех остальных рекомендаций, мультивитамины, иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, доказательной базы нет, и поэтому в данном случае речь идет о том, что контроль хронических заболеваний, здоровый образ жизни для здоровых и социальное дистанцирование – это то, что позволит с минимальной вероятностью заболеть. Что касается вакцинации относительно гриппа, относительно пневмококковой инфекции, так. Вакцинация, сезонная вакцинация показана уязвимым категориям пациентов. В первую очередь это пациенты, у которых хронические бронхолегочные заболевания. Поскольку у них риск на свое хроническое бронхолегочное заболевание получить еще сверху другую респираторную инфекцию, повышается. Касательно поголовной вакцинации для всех, вопрос несколько спорный. Поэтому, но те, у кого хронические бронхолегочные заболевания, сезонная вакцинация для них является или спасительным кругом, или во всяком случае достаточно серьезным страховым полисом.
Дякуємо також. Це важливе було запитання від наших телеглядачів, тому як наша зустріч була анонсована, і телеглядачі телефонували, просили саме вам задати запитання щодо щеплень, про яке, що восени йде мова. А 4 хвилини є ще для спілкування. Наступне запитання у мене буде такого характеру. Наскільки можливе те, що під час, коли такий ослаблений імунітет, декілька хронічних захворювань зможуть об'єднатися в одне, і при захворюванні або при тому випадку, коли до організму постукається вже коронавірус, це більше з ускладненим характером чи планом лікування людина зможе вийти з цієї ситуації, що объединяются и... Некоторые болезни друг друга усугубляют. Некоторые болезни одной болезнью лечат другую. То есть, если вспомнить такой исторический пример, когда-то сифилис лечили заражением малярии. Малярия повышала температуру до 41 градуса, бледная трепанема от этого гибла. Звучит как казуистика, как медицинский юмор, тем не менее, это медицинская история. Пане Миколай, перепрошу, є телефонування. Давайте послухаємо наших телеглядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Юля, а вот такой вопрос по поводу хронических захворюваний. У нас же нет людей здоровых, у нас нет недообследованных просто. Мы, как правило, живя в такой экологии, все имеем хронические заболевания. Вот наши действия с COVID, не, ну это реально, я просто, мне 46 лет, и я знаю все свои хронические заболевания, поверьте. Мы слушаем ваши... Как-то неправильно. Вот ваши действия какие-то, вот COVID, допустим, человек заболел COVID, хронические заболевания. Я знаю многие случаи в Одессе, когда людей не принимали в больницу, потому что у них было обострение хронических заболеваний, но COVID у них не было. Скажите, что делать? Спасибо большое. Дякуємо за запитання. Що робити, коли ставиться діагноз або викликається швидка, наскільки я зрозуміла? Ні, ну це вопрос скорее організації здравоохранения, чем медицинская проблема, поскольку если у человека есть обострение хронического заболевания, человека надо госпитализировать, если есть показания для госпитализации по поводу этого хронического заболевания. Если возможно системы здравоохранения в данном конкретном месте, например, в нашем городе, госпитализировать или больницы перепрофилированы под лечение ковидных пациентов, это уже вопрос скорее не медицинского, а организационного характера. Разумеется, обострение хронического заболевания, тяжелое обострение нуждается в госпитализации. Реальные возможности или реальные... Путі реалізації. Треба дивитись на той день, коли ця виникає ця ситуація і налічі кількості вільних місць у лікарні. Совершенно верно. І я тоді доотвечу на вопрос, на який я почав відповідати. Так, будь ласка, продовжимо. Якщо заболівання друг друга утяжеляють або йдуть таким дуетом, тріо або квартетом, ну, наприклад, ішемічна болезнь серця, гіпертонічна болезнь, сахарний діабет, ожирення, они, естественно, повышают риск многократно. И в случае, если пациент переболел, да, он переболеет более тяжело, и после того, как он переболеет ковидной инфекцией, естественно, ему стоит заниматься компенсацией этих заболеваний. Насколько это реально в процессе болезни, ну, тут, как говорится, все зависит от клинической ситуации. И да, кроме возраста как фактора риска, то есть возраст по одним данным старше 65, по другим старше 75, второе, третье, четвертое место это диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому эти категории пациентов должны быть более осторожны, и эта осторожность должна в себя включать контроль хронических заболеваний, о которых большинство из этих пациентов знают, не пренебрегать тем, что они знают и что им было рекомендовано. Півхвилини ваше звернення нашим телеглядачам. На жаль, ефір закінчено. Полюбіть себе в тому своєму тілесному, душевному, духовному состоянии, в якому ви є, і пам'ятайте, що тіло – це сосуд для душі, і желательно об этом сосуді позаботиться. І якщо там где-то что-то краска пооблупилась, лучше її подкрасить,
чем ждать, пока она облупится еще дальше или там дырочка образуется. Дякую, пане Миколай. Дякую за те, що ви завітали сьогодні до нас, за те, що ми поспілкувалися на важливу тему, про яку сьогодні говорять багато, а також одночасно говорять дуже мало. Дякую за відверті відповіді. Будемо здорові. Спасибо. Шановні, нагадаю, що сьогодні в студії програми «Здоровий інтерес» лікар-терапевт вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини номер 2 Одеського національного медичного університету Микола Перепелюк. А ми з вами будемо здорові та побачимося.